Они думали, что он мертв. Но они забыли о кровавом камне. Опороченная невинность. Ее укусил вампир. Пожалуйста, убейте меня. И настоящее зло. Раду Владислав, это всего лишь фольклорный персонаж. Он неотступно преследовал ее. Эш, дитя мое, что привело вас в Бухарест, хозяин? Месть. Он найдет меня. Она боролась с ним за свою человечность. Я твой хозяин. Ты не можешь отвергать меня. И сейчас им в последний раз предстоит встретиться лицом к лицу, чтобы решить, кто будет владеть ее душой. Это будет настоящая кровавая баня. Мы должны уничтожить его, хозяин. Подвиды 4. Ты моя. Навеки вечная. Кровавая буря.